Итак, что же православные думают о Боге, которого таким необычным, апофатическим образом описывают, или, может быть, поточнее сказать, которому таким апофатическим образом приближаются? Ну, прежде всего нужно сказать, что православная церковь, так же как, в общем-то, и все христианские церкви, верят в Бога как в Троицу. Православная церковь признает, что Бог ⁇ это Отец, Сын и Святой Дух. И говоря об отцессии и Святом Духе, они говорят о трех ипостасях и об одной усии. На Западе, в западной литературе приняты термины лицо и природа. Но если вы будете читать православную литературу, Православные предпочитают такие, может быть, старые греческие термины, термины, которые использовали отцы церкви, просто даже пишут их по-русски как ипостась и усия. Теперь, когда мы говорим о Троице, то возникает вполне закономерный вопрос: мы же что-то утверждаем о Боге? мы утверждаем, что Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. А более того, в православном богословии говорится о том, что Сын рождается от Отца. В православном богословии говорится, что Дух исходит от Отца. Потом о проблеме исхождения духа мы с вами еще чуть-чуть поподробнее поговорим. Но возникает вопрос, хорошо, когда мы произносим вот все это, когда мы говорим о нерожденности отца, о рождении сына, об исхождении духа, то как это понимать эти апофатического богословия? И православное, может быть, такое изящное решение предлагают. Они говорят, что все эти термины нужно понимать, может быть, даже не как описание реальных процессов, а эти термины нужно понимать как апофатические термины, как указание на то, что есть некоторое различие лиц между собой. Мы просто используем термины рождение, исхождение, нерождение. Не как описание реальной сущности, а как описание того, что за ну, открытого нам факта о различии лиц между собой, и если мы таким образом подходим к этому, то тогда очень специфично предстает перед нами такой традиционный спор между Восточной и Западной Церковью это спор об исхождении Духа и от Сына. Я просто напомню сущность этого спора. В свое время был принят так называемый Никей Цареградский символ веры, или Никей Константинопольский символ веры, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца. Это, я думаю, в... Вы... Потенциально можете знать этот символ веры. Кстати, если православный человек, православный человек принимает крещение, ну, то есть человек принимает крещение в православной церкви, то помимо всего прочего, он при этом должен наизусть знать символ веры. Может быть, не все всегда знают, но, по крайней мере, есть такое требование, чтобы человек перед крещением, взрослым, если крестится, выучил наизусть символ веры. Так что потенциально любой православный знает этот символ веры, и баптисту тоже бы это не помешало знать. И в этом сформулированном соборно символе веры говорится, что верую в Духа Святого от Отца Исходящего. И именно в таком виде первоначально был сформулирован символ веры. Но примерно в V веке, где-то скорее всего в Испании, в этом символе появилась добавка – от отца и сына исходящего. Эта добавка потихоньку распространилась и стала использоваться во многих западных церквях. Почему появилась эта добавка? Пятый век ⁇ это, это христологические споры, это спор о том, является ли Христос Богом или не является. Единосущен он отцу или не единосущен? Дух исходит от отца. Казалось, что если сказать, что дух исходит и от сына, это подчеркивает единосущее, это подчеркивает равенство сына и отца. И с таким пониманием, видимо, вот эта вот добавка в символ веры и пришла. Правда, как потом отмечал патриарх Фотий, константинопольский патриарх, с которым связана фотевская схизма, если вы помните, он отмечал, что если дальше следовать этой логике, то ведь Святой Дух это тоже Бог. И тоже единосущен отцу и сыну. Тогда должны ли мы утверждать, что дух святой исходит сам от себя? Ну, вроде какая-то странность и противоречие получается. Вот Фотий как раз критиковал западную церковь за добавление символ веры. Но прежде всего, есть некоторая нелогичность в этом добавлении. Во-вторых, символ веры утвержден соборно и никто не имеет права менять соборную формулировку, ни у кого нет власти для того, чтобы менять соборную формулировку. И вот во времена патриарха Пфотия был конфликт между Западной и Восточной церковью, и во время этого конфликта Пфотий как раз как одно из обвинений против Западной церкви использовал то, что они неправомочно, неправомерно исказили символ веры и добавили слова «И от сына». По-латински фраза иоцина звучит «филиокве». И вот это вот «филиокве» стало неким символом разделенности между Востоком и Западом. И сейчас, когда говорят, чем православная церковь отличается от церкви католической, практически первое, что вспоминают, это вот это вот учение о филиакве. Учение об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Отца и Сына. Понятно, что можно там соглашаться, не соглашаться, по-разному относиться к факту изменения в символе веры, но здесь есть другой момент, и почему восточное богословие иногда достаточно резко реагирует на вот эту вот добавку. Если слова нерожденный, рожденный, исходящий, понимать апофатически, просто как указание на различие между лицами троицы, то слова и от сына просто становятся лишними, потому что теперь не очень понятно, как вот во всей этой терминологии разделить отца и сына. Более того, когда мы произносим слова «от Отца и Сына Исходящего», мы говорим так, будто бы мы что-то действительно можем утверждать, ну, как истину утверждать, о каких-то, если так можно выразиться, процессах внутри Троицы. Мы говорим так, что будто лица сводятся к каким-то отношениям. Или еще один способ рассуждения, если мы читаем священное Писание, мы знаем, что Дух посылается отцом, и Дух посылается Сыном, и в домостроительстве, вот в обычной истории есть и то, и другое, и, кстати, потому и западная Церковь часто настаивает на филиакве, что вот Троица по своей сущности соответствует действию Троицы в мире экономической Троицы. Так вот с точки зрения восточной Церкви это неоправданный способ говорить о Троице. Это неоправданные претензии на какое-то богопознание, когда мы вот Троицу в своей сущности неведомой, недоступной, неописуемой отождествляем с тем, что делает а, Троица в творении. И вот здесь как раз на вопросе Филиакве мы начинаем чувствовать разграничение между западным описанием Троицы и восточным. И те и другие говорят о Троице. Те и другие говорят о Троице, но говорят о Троице немного разными способами. Восточная церковь, говоря о Троице, признает что факт, что мы сталкиваемся с тремя лицами, мы сталкиваемся там, через священное писание, в том числе мы сталкиваемся с Отцом, с Сыном и со Святым Духом, и где-то там есть тайна непонятная, неописуемая, которую только апофатическими терминами мы как-то можем выразить, какая есть за всем этим тайна вот этого вот единства, единой усии. Когда же мы подходим к западному богословствованию, то там возникает ощущение, что мы говорим о вполне конкретной, познаваемой, понятной сущности Божией, и там в этой сущности мы говорим о том, что есть три лица и есть определенные взаимоотношения между лицами. То есть западный подход он какой-то оказывается более рациональный или неоправданно рациональный с восточной точки зрения. И вот такой вот спор идет между православной и католической церковью. И интересный вопрос по поводу того, какое место в этом споре занимают протестанты. Все-таки. Если мы заговорим о троице, если заговорим вот, как конкретное выражение, конкретный пример, заговорим об исхождении духа святого, то дух святой исходит от отца или от отца и сына. Знаете, просто такой случай из моей жизни, мне как-то довелось пообщаться со студентом. О православной духовной академии, ну просто разговаривали, я его об его вере расспрашивал, он меня о моей вере расспрашивал, и вот он, как истинный православный, на фоне всех тех споров, спросил, вот все-таки скажите, вот а вы, баптисты, что думаете о филиакве? Я говорю, да ничего не думаем». И он на пять минут потерял дал речи. Не знаю, как это получше сформулировать свое возмущение, как можно ничего не думать об этом. Да? Вот, э, ну да, вот э, ничего не думаем, знаете, очень интересное мероприятие просто брать протестантские учебники богословия, находить раздел Афили вот три строчки обычно, да. А вот был где-то там такой спор и все. Открываете православный учебник богословия, а две главы, да. <laughs> Тоже был вот такой вот спор. А, католиков не смотрел, не знаю точно, что там. Но, насколько они любят этот вопрос. А, но тем не менее, если говорить о протестантском отношении, а, и вот в данном случае вот эта вот формулировка, да ничего не думаем и не знаем, а, может быть она не так и плоха, во-первых, и во-вторых, в каком-то смысле она соответствует такому здравому апофатизму, если хотите. Нам нужно помнить, что у нас, как у протестантов, главный источник откровения ⁇ священное писание. Мы, читая священное писание, узнаем об Отце, о Сыне, о Святом Духе, узнаем об их божественности. Узнаем об их определенном действии в домостроительстве, о том, как Дух посылается и отцом, и как Дух посылается сыном. Узнаем все-таки о единстве Бога. И вот то, чего мы узнаем из священного Писания, то, что мы можем получить на уровне так называемого библейского богословия, на самом деле достаточно для любых вопросов жизни и благочестия. Мы, конечно, можем, следуя вот этой вот традиции, попытаться сделать еще один шаг и попытаться порассуждать вот об этих вопросах филиакве и так далее. Но, может быть, мы иногда разумно не делаем этот шаг потому как мы вдаемся в полемику, которая неразрешима на уровне библейских данных, и мы вдаемся в полемику, которая разрешается на уровне некого соединения между, собственно, библейским откровением и различными философскими системами, что, конечно, увлекательно, красиво и много что позволяет построить, но не обязательно приведет к чему-то принципиально важному для нашей христианской жизни. Поэтому не так уж, чтобы большая катастрофа, на мой взгляд, не глубокое влияние именно к проблеме филиакве у протестантов. Понравилась лекция, вдохновились услышанным, поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Но возвращаемся, собственно, к православию, к православному пониманию Троицы. Я уже много раз повторил вот эту вот идею непознаваемости Бога, непознаваемости Божьей сущности, но также мы наряду с этим мы говорим и о некой познаваемости. Когда мы говорим, что что-то мы познаем, когда мы говорим, что что-то мы можем сказать о Боге, что это значит с православной точки зрения? Как непознаваемость и познаваемость соединить вместе. И вот здесь э, мы опять возвращаемся к Григорию Паламе. И возвращаемся к иде интереснейшей идее, предложенной Григорией Паламой. А именно э, идее, что у Бога есть два модуса существования. Бог вечно существует в своей сущности, и Бог вечно существует в своих нетварных энергиях. Энергия ⁇ это такое выражение сущности. Энергия ⁇ это то, что как бы выплескивается за пределы сущности. И вот это вот существование Бога в энергиях ⁇ это тоже существование Бога, оно тоже вечное, и оно доступно познанию. Поэтому, когда мы говорим о Боге и что-то познаем, и что-то узнаем, мы говорим об энергиях, а когда мы чего-то не узнаем, когда что-то недоступно нашему познанию, мы говорим о сущности. Идея достаточно поздняя. И сразу же говорю, не все православные согласны с этой идеей. В первом тысячелетии этой идеи практически не было. И хотя у отцов-каппадокийцев можно встретить фразу «нечто находящееся рядом с сущностью Божией», но четкой формулировки идеи энергии у них нет. Энергия второго тысячелетия и во втором тысячелетии она была развита, и на Русь она вот напрямую не пришла, и поэтому в русском православии она вот только Стало популярно, может быть, через Париж, через возвращение к Отцам, через неопатриотический синтез, и здесь внутри самого православия есть напряженность. Можем мы о Боге говорить, как о имеющим два модуса существования или нет. Нужно нам говорить о нетварных энергиях или не нужно. Но если все-таки говорить о нетварных энергиях, если попыт описывать таким образом Бога, тогда все утверждения о Боге. По они соответствуют нетварным энергиям, то есть благодать, свет, любовь и так далее. С точки зрения Паламы, это нетварные энергии Божьи. Если баптист попытаться попросить дать определение благодати, то баптист скорее всего скажет, да, ну там. Кто-то скажет, что вот милостивое отношение Бога, кто-то, вот у нас популярна фраза «незаслуженный дар» или еще что-то. Но в любом случае благодать будет определяться в контексте взаимоотношений между Богом и человеком. А что же касается... Православного богословия, по крайней мере, в его пламитской э, интерпретации то благодать это не какое-то взаимоотношение, а это вечно существующая энергия Бога как второй модус его существования. Энергии являются атрибутами сущности, поэтому у всех лиц строятся общие одни на всех энергии. Нельзя говорить об энергиях там, отца, сына или святого духа и практически все действия Божие, включая и спасение человека, при таком подходе в православии начинают описываться через энергии. То есть спасение человека- это некое усвоение человеком божественных энергий. И многие другие вещи, как ну, связанные с освящением, там с предметов и всего остального, тоже очень часто описываются энергетически. Не все православные так думают, но такое энергетическое описание становится все более и более популярным в православном богословии. Те, кто не согласны с таким подходом, те же самые процессы, которые описываются энергетически в неопатристическом синтезе, предпочитают описывать более личностно и говорить обо всем об этом как о действии Святого Духа. Поэтому обожение человека можно описать как человек наполняется Божьей энергией, а Божьей человека можно описать, как человек стяжает Святого Духа. И другой пример, например, мощи, останки умершего святого можно описать как содержащие божественные энергии, а можно останки святого описать как духоносные, как содержащие в себе Святой Дух. Вот и так, и так, то есть два языка есть в православии для описания одних и тех же явлений, или два подхода, два варианта православного богословия, которые проистекают из представления Троицы, о познаваемости Бога, в том числе об апофатическом богословии, но которые потом преломляются в описании многих-многих а, повседневных вещей. А, так что то, как мы говорим о Троице, не случайно мы начинаем свое обсуждение православного богословия именно с проблемы познаваемости Божьей сущности. Так вот, то, как мы говорим о Троице, отражается во многих практических вопросах жизни, отражается во многих других богословских темах, и о некоторых практических следствиях мы чуть позже сразу же и поговорим. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.